топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Пока наши звезды осваивают отечественные курорты, из-за закрытых границ многие так и не смогли уехать отдыхать в привычные страны. Ирина Пегова пожаловалась своим подписчикам, что до зимы позагорать точно не сможет. Актриса опубликовала фото, на котором позирует в манекене из бокалов в руках. «Спокойно, спокойно, можно хоть помечтать об этом. Мне это не светит до зимы, это точно», – подписала пост Пегова. Посмотреть эту публикацию в Instagram публикация от Ирины Пегова, собака Пеговая Ирина, 16 августа 2020 года, в 1:57, впрочем. Печаль актрисы по поводу отсутствия отпуска многие фолловеры проигнорировали, в комментариях подписчики предпочли сделать Пеговой множество комплиментов по поводу ее фигуры. Некоторые даже назвали актрису женщиной мечтой. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.